Дождались. Примерно так, одним словом, можно описать чувства жителей Московского района Твери. Спустя несколько лет мучений из-за непрерывных разрытий ремонтов заканчивается, наконец, приведение в порядок улицы Резенстроя. Об одной из наиболее болезненных точек города наш телеканал в последние 4 месяца рассказывал неоднократно. И, кажется, сейчас в этой истории можно поставить точку. О положении, в котором оказались жильцы домов на улице Резенстроя, впервые наш телеканал рассказал в середине июля этого года. Вот что увидела тогда съемочная группа Тверского проспекта. Часть улицы была перегорожена бетонными блоками. Владельцы личных автомобилей вынуждены были добираться до своих дворов объездными путями. На дороге повсюду лежали куски старого асфальта и кучи песка. Еще хуже ситуация становилась в пасмурную погоду. Огромные ямы наполнялись водой, и в этих лужах автовладельцы рисковали оставить бампер. И все это жильцы, по их рассказам, терпели уже далеко не первый год. Последние раскопки здесь были в 2019 году, перед зимой. Нам сказали, что все закатывать будут в асфальт, все положат тротуары, все будет замечательно. До сих пор мы видим вот такое. На одном из участков можно было наблюдать отверстие в плите, из которого валил густой пар. Находилось оно прямо под окнами одного из домов, и вся влага, рассказывали тогда жильцы, оседала в их квартирах. Стены все черные, все, обои все отваливаются. Она парит постоянно. После выхода первого сюжета в эфир в редакцию нашего телеканала пришел официальный ответ от Министерства энергетики и ЖКХ Тверской области. В документе сообщалось, что закончить ремонт и благоустроить территорию планируется до 31 августа 2020-го. Однако сроки окончания этих работ оказались сорваны, и в осенний сезон жильцы вступили с таким же творившимся здесь все лето хаосом. На улицу Резенстроя жители окрестных домов смотрели с болью в сердце и с грустной улыбкой признавались, что уже задумываются о смене ее названия. Резенстроя. Мы сначала думали, что резина, представляете, два корня, резина и строя. Постоянно все время строят, вот, и все тянут как резина. А теперь мы сейчас называем эту улицу миллионная, а думаем, уже будет миллиардная, потому что безумное количество денег вложено, результата никакого нет. В ожидании результата наш телеканал продолжал писать запросы в профильные ведомства и организации. Стоит отметить, что отвечали ответственные лица неохотно, а сами ответы мало проясняли ситуацию с ремонтом на многострадальной улице. Так, один из ответов, полученный от Тверской генерации в сентябре, говорил о том, что велик риск переноса окончания работ на Резенстрое уже на 2021 год. Тверская генерация повторно проводит закупочные процедуры по выбору подрядной организации для продолжения работ по благоустройству на участке теплотрассы по улице Резенстроя. Срок окончания закупки стоит 11 сентября текущего года. В настоящее время на торговой площадке отсутствуют заявки на участие в конкурсе. Однако, когда ситуация оказалась патовой, дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. В ноябре работы по благоустройству улицы Резенстроя к радости местных жителей стартовали. По состоянию на 25 число новый асфальт уложен практически на всем протяжении участка. Идет обустройство тротуаров. В этой истории, кажется, действительно можно поставить точку. То, чего ждали местные жители на протяжении последних нескольких лет, и то, о чем полгода рассказывал наш телеканал, случилось. Проезжая часть на Резенстрое закатана в асфальт, а совсем скоро обретут привычный вид и тротуары. Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается. Впрочем, один вопрос по-прежнему остается открытым. Не решена проблема с паром, который густыми клубами валит прямо в окна местных жителей. Как бы ни пришлось вскрывать новый асфальт, дабы устранить выброс пара, всерьез опасаются горожане.